связи с отменой культурно-массовых мероприятий в рамках профилактических мер, предупреждающих распространение коронавируса, Ленинский мемориал переходит на новый режим работы. Процесс мы не останавливаем. Мы работаем для того, чтобы всегда быть вместе со своим зрителем, со своим слушателем. И сегодня обстоятельства так складываются, что мы будем через онлайн-трансляцию проводить свои концерты. Они будут вечерние. Прямые трансляции филармонических концертов с большой сцены Ленинского мемориала будут осуществляться на сайте ulpravda.ru. Первая трансляция концерта состоится 22 марта в 17:00. В этот вечер Ульяновский симфонический оркестр губернаторский даст старт онлайн-марафону к 250-летию Бетховена. В программе концерта прозвучат произведения известного композитора. Увертюра «Леонора номер 3» и «Симфония номер 1». Мы просто в рамках вот нашего концертного сезона мы не можем играть одного Бетховена, потому что у него 9 симфоний, 5 фортепианных концертов, огромное количество увертюр. Мы просто не можем полностью наполнить весь концертный план произведением Бетховена. А здесь мы делаем такой, идея, конечно, она очень интересная, потому что это такой онлайн-марафон, посвященный именно творчеству этого композитора. Музеи мемориального комплекса ограничили доступ посетителей, но продолжают работать. Экспозиции Дома-музея Ленина и квартиры музея семьи Ульяновых можно посещать группами до 3 человек. Я надеюсь, что эти проблемы мы сможем превратить в возможности для развития, провести интеллектуальную инвентаризацию того, что у нас есть, создать новый продукт, научиться работать с новыми инструментами, виртуальными инструментами, которые сейчас есть. Также музей-мемориал Ленина продолжит сотрудничество с международными коллегами. Мы не только не рассчитываем ограничивать наше международное взаимодействие, но и наращивать солидарность музейную во всем мире. Но 7 апреля мы открываем выставку во Вьетнаме без присутствия наших сотрудников, но тем не менее это выставка Ленинского мемориала «Ленин. Время». Она будет представлена в музее Хо Ши Мина 7 апреля. Ульяновский областной краеведческий музей имени Гончарова тоже продолжает работать и выполнять свою миссию – собирать, хранить, реставрировать и делать доступным для сегодняшних и будущих поколений историческое и культурное наследие региона. В условиях мировой пандемии последняя функция – доступность – временно переходит в онлайн-режим. Мы хотим, чтобы посещение нашего музея было комфортно и безопасно для населения. Мы переводим, вот, например, вот эта выставка «Ожившие рисунки», где мы сейчас находимся, мы хотим ее сделать в режиме записи, то есть где люди будут по телефону записываться на определенное время, и мы гарантируем, что здесь посетители будут одни в этом зале. Сотрудники краеведческого музея в оперативном режиме записывают лекции, экскурсии, мастер-классы для размещения в социальных сетях и на сайте. Жители города смогут посетить онлайн-занятия, не выходя из дома, познакомиться с геологическим прошлым нашего края, с материальной культурой XIX века, с животным и растительным миром Ульяновской области. Уже сейчас на сайте Ульяновского областного краеведческого музея вы сможете посетить виртуальную экскурсию по музею. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.